Один из участников аварии, водитель «Газели», двигавшийся по улице Самбурова, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток. Оба водителя, понимая, что столкновение неизбежно, попытались увести автомобили в стороны. В результате «Лада Приора» припарковалась в сосну на газоне, а «Газель» от резкого маневра водителя оказалась на боку. К счастью, пешеходов на перекрестке в момент аварии не было, пострадавших нет. Этот перекресток уже давно прославился авариями. Жители углового дома даже установили специальные отбойники, устав восстанавливать фасад дома. «Газель» оказалась груженной хлебом. Груз доставят в места доставки вовремя. Хлеб перегрузили в подъехавший на помощь автомобиль.